Меня тут перебивают ставочку, причем супер-мега активно. Это уж, дружище, давай-ка ты будешь отсекаться. 450к, да, все правильно. 1, 2, 3, ага, там уже 480 поставили, боже мой. Давай 491, 1, 2, 3 я, короче, поставлю. Почему бы и нет? Блин, я не знаю, почему здесь очень жесткие, короче, битвы за конты. Типа, это же средний сегмент, тут нету ничего такого сверхъестественного. Но при всем при этом битва просто вообще жесткая максимально. Я очень не часто здесь открываю контейнеры. Но тем не менее, как ты видишь, что-то пока что как бы такая вот и история. Так, я поставлю на 12 тысяч побольше, чем этот челикс. Но они все равно будут пытаться. Смотри, он ему, короче, типа добавляет денег, чтобы он все-таки выкупил этот контейнер. Да уж, такая вот история. Я на самом деле на контейнерах сам по себе давно не был. Вот тебе, к слову, небольшой гайдик о том, где я. Ну, я вообще на пятом сервачке, если что. Ну вот гайдик, как сюда залететь. Вот так вот. И, как обычно, небольшой гайдик о том, как найти ссылочку. Ты просто-напросто берешь, заходишь на мой канал, дальше ты нажимаешь на ссылочки все и находишь нужную тебе ссылочку. Такие вот дела. А в закрепе тебя ждет секретненький промокодик, который тебе даст бесплатно тачечку. Держу тоже в курсе. Итак, мы с тобой все глянули, и как мы с тобой видим, челикс поставил 611 тысяч. Ну, как бы... Как говорится, чем бы муха не это самое, ну там, ну ты понял, короче, 625-1, Рауль, здорово, ага, привет. Так, ну и, собственно говоря, я бы очень хотел собрать этот контейнер. В конце концов, смотри, какая история. Если я его сейчас забираю, этот контейнер, за вот эту вот сумму, и там, ну как бы говно, да, выпадет, то что получается? То получается, что я соберу себе говно и обезопашу ребят, которые здесь непосредственно, ну как бы что-то где-то, ну ты понял, короче, чем они тут пытаются заниматься. Вот, поэтому сейчас потихонечку, понемножечку, я надеюсь, что что-то где-то получится. Так, сейчас я ему напишу, здорово. Вот, и, собственно говоря, давай посмотрим, быть может, что-то реально из этого получится. Я уже не вижу, что ставки на конты здесь просто 666 тысяч, это очень прилично, на самом деле, более чем. Мне, кстати, ты знаешь, что стало интересно? Вот, допустим, я поставил 625к на контейнер, да? Сколько это, в, скажем так, в настоящих рублях? Очень даже интересно. Ну, допустим, сумма это 1 рубль отправить, и это вот так вот. А если 100 рублей, да, то это 100 тысяч. То есть получается, что я сейчас поставил на этот контейнер 625 рублей. Ну, типа настоящих реальных денег. Так, Никита Ромашкин прибежал, и сейчас он поставит очень приличную сумму на данный контейнер. Конечно же, он поставил. Но, как говорится, меня это не очень-то уж и сильно остановит. То есть я ставлю 700-725. Вот так вот я сейчас, короче говоря, сделаю, потому что мне интересно на самом деле. И, блин, очень печальная история. Я супер сильно уверен, что здесь выпадет просто фигня. Там не окуп. Тем более лучше мне оставить. Ну, как бы такая вот история, собственно говоря. За эту сумму. Ну что, как говорится, поделаешь? Видос? Да, видос. Смотри, и он все равно. Давай так. Я сейчас ничего ставить уже не буду. Потому что мне уже интересно глянуть, что там и как. В конце концов, я хотя бы оставлю денег непосредственно на казик в следующей серии. Почему бы и нет? Очень даже такая приличная история. Брогер! Я вообще-то эту штуку выключил, блогер. Понимаю вообще, о чем речь. Напишу нет. Это блогер, он вообще всякое разное. Ой, ой. Подожди, у меня же, по-моему, нету там вот этой штуки. М-так, или как она там называется? Подожди, с чего ты взял? Я типа выключаю, короче, а дурачка, что типа, какие блогеры? Че, о чем вы тут вообще, блин, говорите? Сколько тебе? 60 тысяч. Давай сейчас глянем. И, собственно говоря, сейчас мы посмотрим, что у Радмира Балтабаева, короче говоря, выпадет. 755 тысяч он сюда поставил. И через 3 минуты уже все будет понятно. И это на самом деле очень-очень приятно. Нищий пишет. Ну окей, нищий значит нищий, как говорится. Ты абсолютно прав, конечно же, что я нищий жестко. Хочешь подарок? Все хотят всегда подарки. Если хотите, то дарите, как говорится. Но никуда они дальше не пойдут. Ни на продажу, ни еще куда-либо. Хотя, может быть, и пойдут, как говорится, фиг его знает. Так, ладно, я бы хотел одеться в школьника, потому что это великолепнейший скин, просто вообще суперский. И посмотри, деньги, там, Palm Angels, тудым-сюдым. И всякая такая вот великолепная история. Что-то ругаются, мало тут всякие вот эти ребята. Хотя я и сам хорош в некоторых и видеороликах, как говорится. Что там, скрин можно? Боже мой. Ребятки, пожалуйста, все после видоса. Все всегда можно, но после видосов, конечно же. Что-то я так очень низко сел. Ну ладно. Да? Понял. Ладно, нормально. Так, у Типули осталось 2 минуты. Ты посмотри, что он сделал. Он просто взял и вышел. Ну... И этот тоже взял и вышел. То есть они просто тратили время. Ну, молодцы, конечно, что. 320 тысяч я ставлю. А, ну, ладно, 450 тысяч.
Да, типули просто занимаются каким-то микроскамом, не очень понятным на самом деле, для чего, зачем и как вообще. Окей, Джонни Драгонин какой-то. Ну, давай я этот, короче, перебью. Пока чтобы тупо тратим время здесь, на самом деле. Давай, 350 тысяч. Что ж, мне сильно интересно, что отсюда выпадет. Быть может, что-то из этого и получится. Тут уже типули все перебивают и перебивают. Такое ощущение, что они просто тратят время и занимаются какой-то фигней. Плюс 350к и уже 400 тысяч. Окей. Я еще раз сюда поставлю. Что ты думаешь? В первый раз, что ли? Ничего, блин. Да, опять этот Радмир, короче, сюда ставит. Ну, пока что это просто пустая трата времени, я считаю. Ну, типа, суммы очень приличные, а ребятки занимаются какой-то фигней. Так, смотри. Поставь у нас Захар. Поставь у нас Захар. Писю побой. Че, блядь? Так, ну понятно все. Так, давай-ка глянем еще, что у нас в этих сторонах, короче говоря, происходит. Тут у нас Ибрагим все еще, да? И Радмир, который стоит около контейнера и, ну, типа, просто около него стоит и все. 550 тысяч я хочу поставить на данный конт. И если уж очень хотят, то, пожалуйста, как говорится, пусть ставят. 220. Кто ставил? Пиздят, блядь. 10 секунд, 10 секунд. Сейчас мы посмотрим. Сейчас, говорит, мы посмотрим. Ну давай, Дикотос, глянем, что у нас здесь сейчас Захару выпадет. Уж очень сильно интересно. Давай, давай, давай. Нихуя себе, Москва. Нихуя. Нихуя. О, боже мой. Так, ладно. Ладно, ладно, Никита Ромашкин у нас тут подбежал и такой, блин, надо срочно поставить еще куда-нибудь сюда, в срочном порядке, но нет, все-таки убегает, окей. Ну что, глянем, что у нас Радмиру выпадет вот здесь. Эконом транспорт 255 тысяч, боже мой. Ну, это чисто позерство, я считаю. Скорее всего, Радмир здесь ничего не захочет выбивать. Хотя фиг его знает, может быть, и выбьет. Просто в последний раз он просто взял и вышел. Боже, как много спама. И Влад тупой. Так, ладно, 4 осталось минуты. Никитка. Что? Что? Что они гадают? Что они? Раил! Раил, блядь! Ладно. Зачем игноришь? Я занят. Кого ты нахуй поставил? Не, ну я же... Кого ты нахуй поставил? Вот сюда сейчас, 207. Так, ладно, чего у нас тут? 4 минуты еще целым ждать. Боже мой. И... Он 100% просто выйдет отсюда, блядь. И все. Я вот просто базарю. Ладно, у нас уже 8 минут записи как бы прошло, да? Никита, дай 10. 3 минуты осталось. Дай 10 тысяч. Все, все тут. Битва контейнеров. Степа Суворов поставил больше денег на эконом-транспорт. Я же Мурзянки перебил 300, Сань. Мурзянки перебил? Чисто школьнички, короче, ну маленькие там. Мурзянки перебил, там. Орут там всякое разное. Передай привет моим братишкам Жони Абу Кема. Окей. Окей. Ну, собственно говоря, вот такая вот история. Сейчас мы посмотрим, что отсюда все-таки выпадет. Я надеялся, что я сейчас приеду на конты, и тут уже все будет 10 из 10, как говорится. То есть я уже тут все, у меня тут останется 2 минутки. Я только быстренько открою, посмотрю, что за тачка выпала. Но нет, у нас тут суета, причем конкретная и жесткая происходит. Так, что у нас здесь? Осталось 4 минуты еще. Они опять херней занимаются. Вот этот Радмир, короче, 311к ставит на эконом-транспорт. Ебало, закрой! А, понятненько. Так, опа, залезаем, это, бегаем по гаражам в виде школьника. Я, к слову, этим и занимался в школьном возрасте. Мы там что-то по гаражам бегали, херней всякой занимались, вот это вот всякое разное. Ладно, осталось 2 минуты. Я надеюсь, что мое время никто здесь зря не потратит, и я просто спокойно открою этот контейнер. Потому что, если честно, то не очень-то уж и хотелось бы сильно жестко задерживаться здесь. 2 минуты. Бля, ебать, это теряться жестко. Ты, к слову, заметил, что я как бы ругаюсь матом тоже, но это обычная история. Нормальная, так сказать. Че? Давай, осуждаю на всех случаев, они там пиздят. Ты же там ебать богатый, ставь больше. 500 тысяч. 500 ебать больше. На эконом. Лям. Ебало. Че, дурак, что ли? Подожди. Типуля поставил лям на эконом. Все хорошо вообще? Это эконом транспорт, если что. Нормально? Это эконом. Хороший байт для начала ролика. Он сольется 100%. О, боже, как они орут. Да уж. Да уж, да уж. Осталась всего лишь минута. Сейчас, что у Никитоса, что и у меня. Зачем мне релогаться? Я не собираюсь релогаться, я хочу глянуть. Красавчик. Так,
Итак, ребята. Сейчас вы увидите, какое говно выпадет. До конца. Ну давай глянем, как говорится. Никита Ромашки там реогнул за что-то захотел. Смотрите, там это эконом-класс за лям поставили, короче. Там эконом-класс за лям. Да я видел, братик. Ладно, 48-47 секунд осталось. Я надеюсь, не кто-нибудь занимается херней. Пожалуйста, очень сильно прошу. Ебало сидит. Бля, ебать, это пиздят жестко. Ладно, предлагаю там выступить. Нет, спасибо большое за вот... Я не... Вступая в семьи, прочие штуки и так далее. До окончания торгов осталось совсем чуть времени. Предлагает пожать руку, да пожалуйста, вперед. Ну давай посмотрим. Хоть бы там зазик выпал. Мне кажется, что реально там зазик или еще какое-нибудь говно выпадет. Типа за 20 рублей там, знаешь. Ладно, давай смотреть. Так, ребята, сейчас отсюда выпадет автомобиль за 100 тысяч. За 200. Можешь поставить ставку прям. Может, я ставку не надо. Поставить? Не, не надо. Два, один. Нихуя себе. В натуре окуп? Блять! Выключи! Ёба... Ну, ладно. Вы сейчас нихуя не слышите по той причине, что типуля какой-то приехал на своей залупе тут. Тут лям просто. Блин, сождаться или нет? Да он выйдет. Вот смотри, вот он 100% да, выйдет, я уверен, просто 1000000%. Во! Прекрасно. Здорово, здорово, здорово. Заля. Бля, буду по-любому за лупу выпадет. Бля, буду, бля, школьник, короче, бля, буду за лупу выпадет. Ладно, все мы таким были, я тоже таким был. Ну, правда, не в этом возрасте. Шлюшка, дайте за сосушку. Шлюшка, дайте за хуйня. Ой. Здорово, Никитка, чё, как у тебя фома развивается? Никита засосал Романа Суворова и, блядь, какая... Да, ко мне моя сладкая! Сольётся ли вот этот вот чел по имени Радмир или нет? Очень даже интересно. Сейчас глянем, тут одна минута всего осталось. А, я говорю, что он сольётся, лох! Понятно. Ну, короче, все как обычно. Как хорошо, что я просто все это все обрезал и все. Ладно, все, пора отсюда уезжать. СФК. Так, это, конечно же, Карл. Я сейчас на своей новой лайбочке, ласточке просто. Это бэха семерка, Е38. Я сейчас просто на ней отсюда поеду. Далеко и надолго, как говорится. А, такой школьничек маленький сел за руль, бля. Сука, ему там даже не видно ничего. Это С, брат. Как там, Карпас? Карпас 405. Очкошник, сука. Очкошник, реально очкошник. Бля, отвечаю, я бы поставил лям, типа. О, ебать, она как это, сам. Можно ли с тобой, брат, сейчас? Как там, Карпас или чё? Я не помню, как там, правильно? Короче, вот такая вот машинка. Если ты хочешь, чтобы в одной из следующей серий, я просто-напросто возьму, прокачаю ее на самый максимум, насколько это возможно. Ну, как я обычно это делаю во многих сериях. И мы глянем, что эта дурочка из себя представляет. А с тобой, как обычно, Паша Клейнс. Так, подожди, касаемо, кто там был с тобой, там, прочее, 5-10. Так, зачем я это делаю? Подожди. Ну, не надо мне вот это вот. Спасибо. Так, я сейчас хочу документы на транспорт, пожалуйста. 550 тысяч. Ну, как бы, да, наверное, нормально. Очень интересно, что вот эта вот история из себя представляет, если я зайду, допустим, вот сюда. Сколько же этот автомобиль стоит, если его брать в донате? Скорее всего, это средний класс. Так, и бэха. У нас тут должна быть бэха. Бэха. Такая добротная должна быть. Но что-то я здесь особо пока не вижу. Так, это пятерка бэха, а у нас бэха семерка. Е38 где-то должна быть. Или же я ее пропустил. Вот она. 600 рублей! Получается, что я как... нормально все сделал. На целых 50 рублей в окупе на секундочку. Но в следующей серии я это все дело буду прокачивать. Поэтому еще жди. Это была Матрешечка, 5-й сервачок. Увидимся с тобой уже совсем скоро. Зачем я так делаю? Типа, звони, перезвони. Что это такое? Все, F9, дружище. Я надеюсь, что тебе понравилась эта серия.